Канал Компас Инвестиций 2.0. Чего хотел сказать? Да просто подпишитесь на мой второй канал. На нем есть все видео, даже те, которых нет на моем основном канале. Подпишитесь и все. Всем привет, ребята! У микрофона Елисеев Михаил, я рад вас приветствовать на моем канале. Подписывайся на канал и ставь жирный класс видосику, ну и, конечно, бей в колокол. Сегодня мы будем говорить о безложении, ведь именно о безложениях вы любите смотреть больше всего. Ребята, это и понятно, потому что сейчас мало у кого есть деньги, и многие хотят их заработать. И единственный способ безложений, и даже с помощью этого получить опыт, это собирать с буксов, с кранов. Но есть один лайфхак. Давайте о нем поговорим. А заключается он в том, что вспомним 2015 и 16 год. Я тогда собирал с кранов, не гнушался с этим заработком. И в общем, на тот момент я собрал неплохую сумму в биткоинах. А тогда давали, представьте, вот просто так нажал-то на капчу, перешел на другой кран, еще раз нажал на капчу, собрал по 600 сатоши каждые 3 минуты. Какие бы сейчас это были деньжища, представьте. Ведь биткоин-то вырос. На тот момент давали такие суммы, потому что он стоил всего лишь 250. И это считалось, что очень много он стоит. А сейчас 3000, да, стоит. Но это уже низы. А вспомните тогда, тогда он тоже в 12, 13, 14 доходил до 1200, я потом откатился до 250. И вот кто тогда собирал, можно перенести, да, вот транслировать это на данный момент, похожая ситуация абсолютно, потому что тогда он тоже был дорого, потом упал, собирали много, как бы, да, его, и потом он опять вырос до 20, и мы его могли продать. И также сейчас, ребята, до 20-ки он вырос, упал, собираем, пока он дешев относительно того, что он был, вот на рубеже 17-18 года, когда он по 20 штук стоил, и можем продать, когда он достигнет новых своих вершин. Поэтому, ребята, вперед! Сегодня я для вас подготовил несколько кранов и несколько сайтов, на которых вы можете собрать как рубли, криптовалюту и доллары. Ну что ж, поехали! И открывает нашу сегодняшнюю подборочку такой кран, как S2019. Ребята, поставим лайк, давайте сейчас попробуем заработать здесь, кстати, ссылочку оставлю в описании. Ребята, работает он с Faucet Hub'ом, поэтому обязательно каждый уважающий себя человек, который занимается заработком в интернете, должен иметь аккаунт на Faucet Hub, кто, по крайней мере, занимается без вложений, в том числе. Итак, указываем адрес Ethereum кошелька, который также вы прилинковали к Faucet Hub'у, вставляем сюда, далее. Давайте, наверное, нажмем сюда. Можно выбрать и Solvi Media, но Solvi Media мне не нравится. Там больше запары. Я не робот, выбрали. Please click on the antibot links in the follow order. То есть в следующем порядке, пожалуйста, укажите вот эти штуки, да? 2x0. И ищем, где у нас 2x0. Потом опять 2x0. Чё-то... А, все, они же сюда не уходят. Все понятно. Значит, x0x, и потом у нас x0x0, это здесь, и последний x и 2 нуля. Ищем, где у нас x и 2 нуля, если мы его найдем. Вот он. Все, отлично, у нас появилась штука с обратным отчетом. Давайте дождемся окончания ее. Claim эфир. Эфир, кстати, тоже перспективная валюта. Но видим, что пока что лимит крана исчерпан, ждем, когда админ пополнит баланс, ребята. Ссылочку на данный кран я оставлю в описании этого видео. И не забывайте, что как только пополнится, рекомендую его поюзать. Это был как бонусный, да? Бонусный кран. А давайте перейдем дальше. А этот же мы оставим на всякий случай. Проверяйте его, ребята. Будет он как бонусом. Поэтому я его и поставил на самое последнее место. Итак, следующий сайт, доход центра, серфинг сайтов. Итак, как же здесь зарабатывать? Во-первых, это серфинг сайтов, конечно же. Переходим в этот раздел и видим, что у нас тут, пожалуйста, собираем урожай, приглашаем и получаем деньги. Просматриваем 5 секунд и получаем 1 копейку, и это очень много, учитывая, что тратить нужно всего лишь 5 секунд. Нажимаем на эту кнопочку, у нас грузится скрипт. Также в этом скрипте вы видите, у нас отображено поле сайта, да, и капча с обратным отчетом. То есть обратный отчет прошел, смело давим на капчу. 763. Ребята, уже записываю третье видео, за сегодня устал, поэтому извините. В общем, выбираем это число, и нам начисляют 1 деревянную копейку. Неплохо, ребят. Советую, кстати, хранить все дело в долларах. Серфинг сайтов, ребята, классный сайт. Можно добавить свой, рекламировать свой баннер. Для этого достаточно просто серфить другие и, к примеру, посылать людей
с заработанных этих денег, которые будут смотреть ваши баннеры, которые вы здесь укажете, ваши сайты, один какой-то сайт. То есть вы смотрите бесчисленное количество баннеров других людей, а рефералов набираете в один проект. Вот он, золотой грааль. Вот он, источник неиссякаемых рефералов. Откуда брать людей? Пожалуйста, ответ простой. Далее, мои сайты. Вы смотрите список сайтов, которые вы хотите добавить на серфинг, да? Далее, рефералы. Конечно же, реферальная ссылка присутствует. И получаете вы от заработка привлеченных людей. Офигенная ревка, я считаю. Шикарно. Больше 50, редко когда встречается, а здесь целых 80. Ну и можно вывести. Основной баланс 2 копейки. Минимальная сумма 1 рубль, ребята, что очень демократично. Доход цента, ссылочка в описании. Ну и следующий проект. Хэш 512. Только что в него зашел, ребята, давайте будем разбираться, как же здесь зарабатывать. Ну, во-первых, не пропустите бонус. При регистрации вам дается здесь бесплатный Terra хэши. Вот, видите, сейчас, который майнит вам биточек. То есть можно на вывод их поставить. Ребята, присутствуют здесь и покупки, но я не советую это делать, потому что сейчас он живет, а завтра он просто может закрыться. Посмотрим мы SimilarWeb и видим, что он с ноября 2019 года шуршит потихоньку, но я бы не сказал, что очень крутая динамика для такого проекта. Поэтому только без вложений, тем более интерфейс здесь, ну просто, ребята, простецкий. Итак, как же здесь зарабатывать? Можно, конечно же, и CPU майнинг стат включить, да? Скачиваете для винды, скачиваете для Андрюши, либо для любителей яблок. Также присутствует здесь и кран. Collect free bitcoin. Вот здесь у меня сейчас уже 10 сатоши собрано. Давайте нажмем. Это основное направление по заработку без вложений. Итак, ждем обратный отсчет, когда он закончится. И одна секунда, нажимаем collect, то есть собрать. Как коллекторы или коллекция, или коллекционеры, да, коллекционирование. Нажимаем «Я не робот». Не забываем, что вот эти рисованные... Так, она улетела. В общем, была там рисованная кнопка «Claim». На нее нажимать нельзя. Пишешь мне, что «Invalid Access». Пожалуйста, попробуйте снова. То есть, доступ запрещен. Пожалуйста, попробуйте еще. Еще раз нажимаем. Неужели меня развели? Давайте еще раз проверим. 5 секунд. Итак, 3, 2, 1. Collect. Собираем. Баблишка, давай. Куда ж, что ж ты нас так обманываешь? Ага, ребята, на второй раз нас вроде бы не обманывают. Уже допускают, по крайней мере, капчи. В конце до концов. Все-таки расщедрился. И видим, какая-то rain капча, то есть дождевая капча. Какая нам разница, лишь бы бабки дали. Так, claim now. В общем, ждем вот это количество секунд. И 3, 2, 1. Давай, давай, давай. Баблишка нам неси. Боже мой, что только не придумает. Выберите все фигуры, которые показаны в анимации. Ага. Это просто ужас. Это просто ужас. Ребята, за это время нужно отгадать. Ёшкин кот. Что это за дичь? Что это за дичь? Я не могу понять. Тут вроде квадратик. Хрен его знает. Нет. Ха-ха. Большой, типа маленький, да? Вот это дичь. Так. Инструкция там. Ребят, время вышло. Давайте еще раз попробуем. В общем, ждем. Так, пробуем. В общем, здесь квадрат, ромб, две фигуры. Вот стабильно, которые видны. Нажимаем. Да ё-моё. Так, я понял, ребята, нажимаем сюда, смотрим инструкцию и отгадываем. Здесь нам показан квадрат, значит, выбираем все квадраты, а не один. Поняли? Нажимаем подтвердить. Все, claim free bitcoin. Ей, 10 сатоши добавлены, плюс 4 сатоши добавлены на реферального, то есть на человека, который непосредственно пригласил меня в этот проект. Нажимаем back, ребята, ну и вот мои деньги. В разделе Виздрав можно вывести. Минимальная здесь сумма 50 тысяч сатоши. И, соответственно, так. А, нет, стоп. Это у нас целых, сейчас я посчитаю, 10 миллионов, 1 миллион. Да, 50 тысяч сатоши и 5 тысяч сатоши, это как комиссия будет. Можно отправить на микропаймент на Faucet System очень быстро. И здесь комиссии вообще минимальные. То есть минималка всего лишь 1 сатоша, ребята. Отлично. Ребята, хэш 512, ссылка в описании, рекомендую. Ну и следующий сайт, Коносерф, ребята. Отличный сайт, но на французском языке. Все тут отлично, кроме вот этого непонятного языка. Но есть нюанс. Опускаемся вниз вправо и переключаемся на английский. Вот такой лайфхак. Как же здесь зарабатывать? Да очень просто. Во-первых, переходим в раздел Rewards и клаймим вот эти сайты.
Но, к сожалению, у меня они сегодня прокламены, и их показать не получится. Но есть еще способ заработка. Это же, конечно, Earn Coins вот здесь. Допустим, идем в Bonus Points и информация, как получить бонусные поинты. Нажимаем сюда, читаем, выполняем, вставляем ссылочку необходимую, и вы получаете бонусные поинты. Также присутствует и Banners Earn. Давайте перейдем. Пока что они недоступны, потому что их тупо нет на данный момент. Но можно, к примеру, заработать на Pinterest. Тоже недоступно. Ничего, ребята, здесь огромное количество сайтов и способов заработка, социальных сетей, на которых можно заработать. К примеру, ВКонтакте и группах ВК. Пока что нет, потому что французский сайт, да, и, соответственно, люди неохотно вообще здесь с ВКонтакте как-то работают. Но ладно, можно перейти, к примеру, на SoundCloud. Нажимаем сюда, слушаем вот эти мелодии и получаем коины. 3, 5. Целых 8 коинов можно заработать. Целое состояние, ребята. Вот, вы видите, у меня сейчас 333 коина, да? И это равняется 33 центам, друзья. Давайте нажмем. И вот полностью возможность как вывода тут выглядит. Во-первых, вывод на PayPal. А если у вас еще его нет, то обязательно это сделайте. Так, но это только add фунт, то есть добавить. А вывод денег присутствует вот здесь. Можно выбрать на данный момент только PayPal. Кстати, в Украине, как я слышал, с PayPal проблемы. Поэтому регистрируйте, используя прокси-сервера, либо VPN. Минималка на вывод всего лишь 1 евро. В разделе Affiliates найдете реферальную программу и зарабатывать сможете с ваших рефералов. Достаточно приглашать ваших друзей, знакомых, соседей и будете зарабатывать. Вот условия партнерской программы. Сколько вы будете зарабатывать, поднимая деньги от ваших камрадосов, которые будут выполнять здесь задания и серфить рекламные баннеры. Ребята, Коносерф, ссылка в описании, а мы идем дальше. Ну и следующий сайт, DaneFans, похожий чем-то на прошлый. Как же здесь зарабатывать его? Здесь, в общем, мы поднимаем монетки. Ребята, кстати, реферальная ссылка для привлечения ваших друзей вот здесь находится, прямо в личном комменте внизу. Так как же монеты поднимать? Очень легко, ребята. Идем, к примеру, вот в этот раздел, выполняем из этого раздела все задания и просто зарабатываем монеты. Итак, допустим, покажу вам на примере вот этого раздела. Acortador de Enlaces. Не знаю, что это такое. Написано, наверное, на испански. По-испански. А, ну, выполним, к примеру, вот эту штуку. Нажимаем «Визитар», то есть «Посетить», и получим 10 монет. Можно, кстати, нажать на «Скип» и пропустить, но мы все-таки рассчитываем на заработок, поэтому пройдем. А грузится страничка. Так, здесь нажимаем «Блокировать», здесь нажимаем «Prime Rose Patch», пишем. Так, куда она улетела? Ну-ка, вернись. Отлично, все ввели. Нажимаем «Click here to continue», то есть нажать сюда, чтобы продолжить. Наша ссылка почти готова, ждем. 3, 4, почти бабосики сейчас будет в наших руках. Ну, давай. Что ж ты тянешься? На моих нервах играешь, давай уж. Так, надо опустить вниз. Ребята, опускаемся вниз, нажимаем Get Link. И все, денежки наши уже будут в нашем кабинете. Success, you have received 10 коинов. Все всплывающие окна, баннеры закрываем. Коины у нас в кабинете. Сейчас вы видите, сколько у меня коинов. И на балансе... 1 бакс. Membership у меня free. То есть бесплатно. Абсолютно бесплатно. Нажимаем more. Нажимаем coin to cash. То есть обменять коины на кэш. И давайте поставим. Ну, к примеру, все 4. Посмотрим, сколько здесь минималочка, да? Мы получим 1 цент. Но минималка здесь 500 коинов. То есть вы меняете коины на деньги. И потом выводите их. А вывести можно в раздел withdraw money. Выбираем, через что мы будем выводить. Пока что, видим, у меня никаких не прописано Payment Processor, то есть не прописано ни PayPal, ни Payeer, ни другие платежные системы. И выбрать их можно только, когда вы наберете минималочку на вывод. Она равняется 5 баксов, друзья. Также присутствует и партнерская программа в разделе Affiliates, где вы можете взять вашу также реферальную ссылку. На балансе у меня 1 партнерский бакс. Ребята, ссылочку оставлю на DaneFans в описании, а мы идем дальше. И следующий сайт называется Bitcoin BTC. То есть, собирая биткоин, просто смотря рекламу. Простейший букс, ребята, свеженький. Аудитории здесь пока еще нет, поэтому смело забегаем, собираем битки, пока они такие еще дешевые относительно тех сумм, которые они будут в скором времени. Итак, как же здесь зарабатывать? Конечно же, нам нужно перейти в раздел Earn Money. Просматриваем вот эти баннеры и получаем, ребята, 100 сатоши, 300 сатоши и неплохой заработок, я считаю. Давайте
посмотрим, допустим, вот этот сайт, да? Смотрите, мне пишут здесь upgrade your account. То есть, я так понимаю, нужно апгрейдить свой аккаунт, чтобы просматривать. Потому что, видите, да, здесь, увы, нельзя. Нужно прикупить себе более кошерный раздел, более кошерный уровень, чтобы иметь возможность. Но я советую это делать только лишь после того, как вы просмотрите какой-то баннер, да, заработаете денежки, и только с этих денег покупайте свои средства. Не заводите ни в один аккаунт, ни в один проект без вложений, который. Смотрите, хотя я просто его просмотрел, да, то есть как бы выглядит такая штука. Чувак, апгрейди свой аккаунт. Но на самом деле у меня открывается эта страничка, и здесь уже пошла штука по заполнению, по подсчетам вот этих 30 секунд. То есть, хитрожопый. На самом деле можно смотреть и зарабатывать эти 300 сатоши. Поэтому цепляемся, ребята, берем, выгрызаем прямо шерстью с мясом сатоши из этого проекта. Вот так. Видим, второй баннер смотрим. И поехали, еще одни 300 сатоши. Ребята, буквально за 60 секунд. 30 плюс 30. 60 секунд, 600 сатоши заработаны. Ребята, поставил на данный экран на первое место. Классный, крутецкий американский букс. Тем более, интерфейс, как видите, здесь хоть и банальный, хоть и часто встречающийся, но довольно-таки проработанный. И если он свежий и платит хорошо, я советую обращать обязательно на него внимание и его копилочку взять. Именно тогда вы сможете собрать несколько сайтов с моего канала, выбрать большинство хороших сайтов, в которых вы заходите и вам удобно собирать, переключаться быстро по вкладкам. Вы сможете собирать эти 100-200 рублей каждый час. Итак, как же здесь зарабатывать в разделе Faucet? Перейдем сюда, и мы видим, что FreeMiner можно собрать, допустим, 1 сатошу в минуту, или 1440 сатоши в день, или в месяц, вот такое количество. Навсегда, давайте нажмем Collect, а вы собрали успешно вот это количество. Come back tomorrow, давайте нажмем Buy for, то есть можно купить за это количество, и вы будете собирать в течение 30 дней 3 сатоши в минуту. То есть мы как бы тратим вот эти деньги. Но я советую их вывести. Не нужно тратить то, что вы заработали так легко. Нажимаем Withdraw. И мы видим, что вам нужно сделать 100 кликов. И тогда только будет вам доступен раздел вывода. И также вы можете апгрейдить свой аккаунт, чтобы вывести. Но не советую категорически это делать. Мы же умные. Вы же у меня, камрадосы, продуманы. И хотите собрать здесь без вложений. Поэтому 100 кликов делаете, 100 баннеров просматриваете. Это вам не составит труда. Да? Сколько тут дней займет? Смотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Делим сколько там? 100 на 7. Получаем 14 дней, 2 недели. И вам будет доступен вывод, ребята. Советую крайне данный проект. Ребята, попробуем его на вывод, давайте вместе. Также можно потратить на покупку рекламы, но я не советую делать, потому что вы просто сольете ваш бюджет, так как реклама здесь дорогая. Соответственно, люди здесь заходят, смотрят, и им платят много-много ваших денег. Если мы перейдем в раздел аккаунт, то мы в разделе баннерс также найдем свою реферальную ссылку для привлечения друзей и знакомых. Можно увидеть своих прямых рефералов. Здесь вы видите ваших купленных рефералов, а также можно прикупить рефералов в разделе Rent Referrals. 10 рефералов стоит просто до безобразия дорого, целых 3,2 бакса. Но это, ребята, ни в какие ворота просто, я считаю. Можно прикупить, допустим, один реферал будет стоить это количество баксов, то есть Rent Referrals, то есть вы арендуете 10 рефералов, а можете купить, но никто не знает, какое у них будет качество. Бывают и вот такие вот диванные войска. Группа медленного реагирования, поэтому не стоит обращать внимание на этот раздел и вообще забудьте о нем. Ребята, на все сайты вы найдете ссылочки в описании, обязательно подписывайтесь на канал, бейте в колокол, жмите класс этому видосику. А с вами, как всегда, у микрофона был Елисеев Михаил, добрый будет с вами профит, пока-пока.